Подмосковье идет дождь. Земля пропитана насквозь, и только у вас может ездить здесь без проблем. Не только у вас, но и Suzuki Jimny. Сегодня будем опять тестить наш маленький внедорожник. Болтовни будет мало, в основном будет нормальная езда по пересеченной местности. Сейчас земля прям такая хорошая, такая мясистая, мясная, короче говоря. В общем, сейчас включим полный привод и сразу же рванем по грязи. Понижайку оставим на потом. У нас здесь автоматическая коробка передач, показывай. Так, включаем полный привод. Загорелся он вот здесь у нас на приборке, покажи нам всем. Вот он загорелся на приборке. Все, мы обуты, одеты. Снимай, в чем ты? В сапогах, все отлично. Ну все, поехали. Сначала, конечно, обычная дорога, проселочная. Но на ней тоже может занести. Итак, друзья, небольшое бездорожье. Впереди уточки бегут. Вон они, малышки. Совсем маленькие. Что, наверное, развернемся, не будем их пугать. Да, давайте развернемся. Давай развернемся. Пусть идут. Так, задний ход, не понял. Это что такое? Мы что, стоим, что ли? Нифига себе. Она не хочет ехать. А, ну правильно, мы же колеса вывернули. Ну а теперь можно притопить по чуть-чуть. Ох ты, блин, нифига себе. Куда мы заехали? Оба, оба. Все. Едем спокойно.
что, ребятки, не дает нам заехать. Даже вот такая вот дорога, можешь показать. Вот маленько уже на это вали. Сошкребли слой, но не едет. Очень скользко, очень. Поэтому мы как бы и не пытаемся. Вот назад вот сдашь вот сюда вот, потом оттуда вообще не выйдешь. Поэтому мы покатаемся сейчас по другим каким-нибудь местечкам. Может быть, где-нибудь диагоналочку еще поймаем. И на этом, наверное, все. Ну, вообще просто стоит на месте. Хотя резина грязевая, хотя понижаечка, все буксует, ЕСП отключено. До сих пор идет дождь. Здесь сейчас все скоро очень сильно размоет. На вот эту вот возвышенность нам не подняться, даже вот здесь вот. Мы же прочесали, а толку никакого. Здесь 100% мы не поднимемся, я здесь уже пробовал. И есть вот такая вот тропа еще. Надо включить. О, видишь, несет. О, просто, я стою, а меня просто несет. А там вот, вот обрати внимание, справа, смотри. Видишь, там какая, какой заезд. Вот так вот. Туда, если снесет, то мы никогда в жизни не выйдем. И там, кстати, смотри, убрали уже этот, вон один пасынок, бетонку убрали, чтобы проехать. Прикольно. Ладно, падаем. Готово. Фары. Кстати, здесь даже есть омывайка фар. Мы здесь сделаем. Опа. Помыли. Отлично. В пути. И я огромная, в которую можно сесть. Здесь прям опасненько. Опасненько, опасненько, но мы едем! Пошла мазута! Пошла! Ну что? Едем сюда. Я почему-то в этом автомобиле... свидание, и приплыли. Ух ты, нифига себе, бочком идем, как будто дрифтуем на Сузуки. Так что на джиме можно и дрифтовать, оказывается. Так, осторожненько. Очередные покатушки заканчиваются благополучным возвращением на нормальную землю. Немножко покрутились, ну, видите, да, автомобиль ездит, в принципе, везде. Есть просто полный привод, есть полный привод с понижайкой. Я вот тоже приготовился, думал, буду выходить, но вышел по-сухому. Короче говоря, в эту погоду забраться, ну, на самый маленький, наверное, подъем, проблематично на самом деле. Даже вот на такой вот резине. Но вот обратите внимание, она уже забилась. То есть все. Уже прям видно. Полностью она в грязи. Но машина едет, что самое главное. Маленькая, как говорится, японская Нива. Но я уже говорил, не в обиду владельцам вот этих вот автомобилей. Все-таки Нива наша, она, как говорится, может быть одним единственным автомобилем в семье. А эта вот повозка, она дарит только эмоции, причем эмоции реально неизгладимые. Ну блин, это вообще, это просто огонь. Конечно, я многое что делал не так,
как делают настоящие матерые оффроудисты. Но это все делалось именно для вас, чтобы вы посмотрели, насколько этот автомобиль проходим. Потому что, по большому счету, вот так вот выезжать, просто парковать, ну, не каждый хозяин может себе позволить. Парни, а если хотите подобрать себе вот такой вот маленький внедорожник, то можете обращаться, потому что с недавних пор, ну как с недавних пор, для многих моих подписчиков уже известно, что я занимаюсь автоподбором. Любые автомобили в любой бюджет. Поэтому обращайтесь. Есть несколько схем поиска автомобиля. Надеюсь, я вам помогу. Даже не то, что надеюсь. Я уверен, что я могу вам помочь найти любой автомобиль в Российской Федерации. Потому что есть везде проверенные люди. Что-то не идет он нифига. Надо поднадавить. Рома, я...